Первый основной вопрос. Кинес дуги халю, кинес дуги бичры. Исполнение налоговых, не налоговых доходов. Жака нуж ханил ахесу и лаги бугу. Мусы стоплеватого, земельный налоговата. Стика задолженность буги. Просовый цель бугу. Выработать такой-то план мероприятий. Ханы цель буги задолженность стал. Уменьшить аризыги. Цинги. Доходная часть. В первую очередь сельских бюджетов, цинги сельских бюджетов, чтобы доходная часть ЦИК, она не консервативный бюджет района, чтобы планы назначения, исполнение этих назначений ЦИКу автоматически. Поэтому вот ваши показатели, они будут сказываться на показатели района и, соответственно, и республики тоже. Жака, дитца, катаеви, чтобы дитцы нужно дарить, чтобы иля вугон, и какие-то вугона, с общими разговорами. Халпи хавизы бугу, бакаризы бугу, цинги, кубазы бугу, задолжит уменьшить хавизы бугу. Жака нужится дити бити не парары же бугу. Мульхана нужится хабуру халп и бакарани, мы должны разговаривать детально. Вала дитца халп налогов для селу, конкретно хам мероприятий, хам халп и хабуна, хаеш один хасил гикану. Яги хаб халп и хабуна, но хасил кечу. Кечу бугу иначе илаги хабина бугу. Будем разговаривать в таком формате. Есть установлены законодательством сроки уплаты налога и установлены сроки налогоплательщик обязан уплатить тот налог, который на него начислен. Как главы сельских поселений Мужетеги, как руководитель финансового управления финансовой экономики Витеги, как исполнительный бюджета Митета Вичин Курджу Цожу. Ник основной закон Бога не тхалкуля, закон о местном самоуправлении. И Мужетеги не звучало. Дубака Хелада, Антилон Харистатя, первый пункт. Дубакхан Бугу, формирование, исполнение бюджет Люциги, бюджет исполнит Хавиги, бюджет Дахаду, контроль Хавиги, и Бухот Отсвиса полномочий уже лечих. Статья 14 ваша, статья 15 наша. Исполнение бюджета Лохаму, исполнение бюджета доходной части и расходной части. Расходная часть исполнит авизы канали, и не хотите халты авизы коцин, доходная часть исполнит авизы. Говорит, секрет геджу, гудиев, синги бедев, параван гиагу, параван жгеджу, жакат ауна не хотите расходу авизы лесчезы канали, не хотите бюджета для дохода рачнеска. Не хотите кейтто губицу не вжугуго по имуществен налогу. Эбуха нужит атхара кигу налог, и хе буги 100% Цок хабек довелове инчуго 100% росово за бюджета дебачу на налогу. Имущество хлюги земляши. Жака чизамбугу ставка ги, чизамбугу кхишип уровень бюджета дебачу на налогу бачу не ги, хитце бакари скулю ги, хитце халте ави скулю. Значит, мы должны принять все исчерпывающие меры для того, чтобы наш бюджет и ваш, и консолидированный районный, чтобы эти показатели бюджета были в полном объеме исполнены. Эти вопросы на контроле главы республики. Три дня тому назад было совещание проводил Мелик Сергей Алимович. Хадараги подниматама хебго исполнение налогов, не налогов доходов республиканского консолидированного бюджета Республики Дагестан. И не гасар показателя по этим имущественным налогам, если в средней по России выполнение плановых назначений по этим налогам где-то более 70%, на сегодняшний день по республике где-то в пределах 12%. Если бы у них транспортный налог, если бы у них по району где-то почти под 40 миллионов задолженность. Жак оценит тот, что за Кимбугу транспортный налог, это же транспортный налог, он поступает в республику и республиканский бюджет. Почему я должен заниматься сбором и исполнением плановых назначений, пускай тот, куда поступает бюджет, у него болит голова по сбору этих налогов. Сейчас они тебе прекрасно сказали, если прямого поступления этого налога в нашем бюджете нет, значит косвенно этот налог в форме субсидий, он 100% поступает в наш бюджет. По программе «Мой Дагестан, моей дороги» не тебе сказала, не хитца района Киана сбор хабура по транспортному налогу, 100% до каждого рубля эти деньги в форме субсидий поступает к нам бюджет для реализации мероприятий по ремонту, строительству автомобильных дорог. Теперь нужны такие слова. И кецеги по приоритетности росово за другие проблемы решат резы, если ставить по поселениям распределить гаруга.
Есть некоторые резервы, где-то под 40 миллионов резервов задолженность по транспортному налогу. Хага уже некоторые халты и хабун, хага задолженность некоторые бачки на бунами. У нас тут, если у нас в среднем поступает где-то 13-15 миллионов, получается, посмотрите сами, оцените, какой у нас резерв. Кианар некоторые цугиги возможности цикули, некоторые буросово затупи, дай центр, дай нуха, адама затикли зарезы. Хеп кудия поддержки, кудия помощи. И так, если будет ситуация, из-за ограниченных возможностей бюджета, мы не все вопросы, социально значимые вопросы решать во благо наших жителей. Может, это прекрасно, хази гихала, не хлеца ханит, а вина какие-то обсуждения бюджета и встречи с джамаатами, и встречи с молодежью, и встречи с общественностью, с присутствием вас, обсуждая вместе с вами. Мы открыто обсуждаем бюджет и по приоритетности проблем мы максимально стараемся решать те проблемы, которые у нас есть в районе по части, касающиеся благоустройства или улучшения социальных.